Друзья, сейчас будем тестировать зимнюю горку. Вот смотрите, тут, чтобы удобно было ходить, нашиты специальные полосы черные. Также на ступеньках тоже есть специальные нашивки. Сама поверхность не скользкая, чтобы удобно было подниматься. Сейчас на улице минус 10 градусов. Как видите, батут себя в целом чувствует хорошо. Материал, конечно, грубоватый, но сейчас попробую съехать на широкой горке. Высота тут 5 метров. Ну что, пожелайте мне удачи. Я скатываюсь без ватрушки, без всего. Посмотрим, как далеко я уеду.